Александр Швецов Евгений. Вес взят. На штангу 152,5 для Шабанова Максима. Высота та же. No lift. 220, если высота готов. 5В. Готовится Дмитрий Жуков. На помост приглашается Шабанов Максим. Вес готов. На помост приглашается Дмитрий Жуков. Вес готов. На помост приглашается Крупин Станислав. Установит на штангу 155 килограмм для Литвина Аркадия. Вес готов? Вес засчитан. Вес тот же, высота вторая. Ребят, вес готов? Так. 230, высота 5А. Готовится Дукишев Куаныш. На помост приглашается Литвин Аркадий. Ковалев Игорь приглашается на помост. Вес готов. На вас приглашается Куаныш Лукишев. Вес защита. На штангу 160. Высота 3. Попытка. Заключительный подход в этом потоке. Готовится Валуевич Максим. К сожалению, неудачно. Вес тот же, высота. Вес готов. На помост приглашается Евтеев Алексей. На помост приглашается Валуевич Максим. Через 15 минут мы начинаем второй поток жима лежа 82,5 категории. Евтеев Алексей. Вес готов. На помост приглашается Виталий Комарчук. Взять. Спортсмены второго потока могут заказать высоту 100. Тот же вес, пятая высота. Пятая высота.
Весь готов. На помощь приглашается Дмитрий Тимофеев. Уже неудачно. .235. Высота не указана. Готовится Михаил Толмачев. Вес взят. 165, четвертая высота. Вес готов. На помост приглашается Шашков Алексей. Третий помост. К сожалению, неудачно. 250 на штаб, высота 106 м. Готовится Якимов Руслан. Дмитрий Гусельников. Я готов. На вас приглашается Руслан Якимов. На штангу 170, высота 275 килограммов, высота 6 м. Готовится Илья Кармишин. Вес готов. На вамос приглашается Трунов Олег. Вес готов. На вамос приглашается Илья Кармишин. Вес взят, тот же вес, 175 на штангу, четвертая высота. Шаравдорж Алтамбагана. На помост приглашается Шуралев Александр. Вес взят. А на штангу
177,5 килограмм для Тайван Тумур Амарзая. Вес готов. На помост приглашается Тайван Тумур Амарзая. К сожалению, no lift. Мы переходим ко второй попытке. Вес взят. Установить на штангу 180 килограмм для Свидина Андрея. Вес. На штангу 140 килограммов, высота стоек 6В. Готовится Сергей Казубский. Вес готов. На помост приглашается Свидин Андрей. Вес готов. На помост приглашается Сергей Казубский. Вес взят. Теперь наш штамп был 185 килограмм для Романовича Дениса. Вес взят. Вес тоже 7-я высота, готовится бух. Вес готов. На вас приглашается Мартин Зубко. 137,5 для Давыдова Александра. Высота 3-я. Вес. 3-я. Вес готов. На помост приглашается Давыдов Александр. Ой. Вес, к сожалению, не взят. Тот же вес, высота 4-я, к этому весу будет вызван Ключинин Юрий. No lift. На штангу 200 килограммов, высота стоит 5В. Готовится Зунды Мунхтардене. Вес. Вес готов. На помост приглашается Кручинин Юрий. Вес готов. На помост приглашается Зундуи Мухардане. Вес взят.
И на штангу 142,5 килограмма для Соколовского Андрея. Высота стоек 5. Подлинность! 210 килограммов на штангу готовится Никита Вологуев. Высота пятая. Пятая высота. Вес готов. На помост приглашается Соколовский Андрей. Вес готов. На помост приглашается Никита Вологуев. К сожалению, вес спортсмена не засчитан. 152,5 для Ушакова Сергея. Высота 4. Крупин Станислав. Подойдите ко второму помосту. Крупин Станислав. Вес готов. На помост приглашается Ушаков Сергей. Вызвали уже давно спортсмена. К сожалению, no lift. 210 остается, высота стоек 7В. Вес взят. На штангу 157,5 для Шабанова Максима. Высота. Вес готов. На помост приглашается Павел Папандопола. Вес готов. На помост приглашается Шабанов Максим. No lift. 220 килограммов, шестая высота, готовится Лунька Вадим. К сожалению, попытка неудачная. Тартышный Андрей, закажите высоту стоя. Установить на штангу 160 килограмм для Литвина Аркадия. Вес готов? Вес готов. На помост приглашается Вадим Лойко. На помост приглашается Литвин Аркадий. К этому весу готовится Цырунян Артем.
230 килограмм, высота 5А. К сожалению, попытка неудачная. 162,5 килограмма для Швецова Евгения. Высота та же. Вес готов. На помост приглашается Швецов Евгений. Вес готов. На помост приглашается Куаныш Нугишев. Эльвира Сергеевна. Эльвира Сергеевна. На штангу 165 килограмм для Шашкова. Спортсмен, вас не вызывали. Спортсмен, вас не вызывали. Высота та же. 230. Остается высота 106. Готовится Андрей Качан. Вес готов. На помост приглашается Шашков Алексей. Так, на штанге 145 килограмм. На помост вызывается Царунян Артем. Андрей Качан. Высота четвертая. Вес взят. 230. Приглашается Дубровин Георгий. К сожалению, попытка неудачная. А тот же вес, высота пятая. К этому весу будет вызван Тимофей Дмитрий. Готовится Шилкин Олег. Затем Исмаилов. Приглашается Дмитрий Жуков. Вес готов. На помост приглашается Тимофеев Дмитрий. Вес защита. Вес тоже высота та же. На помост приглашается Шилкин Олег. Готовится Исмаилов. Тыртышный Литвиненко. Приглашается Шилкин Олег. Везет. 230. Остается высота 5С. Готовится для Евтеева Алексея. Высота 3С. Готовится Виталий Комарчук. 170. Высота 3. Высоту сменили? Вес. Вот приглашается Виталий Комарчук. Какой? Вес готов. На помост приглашается Евтеев Алексей. 147,5 килограмм. Вес готов. На помост приглашается Исмаилов Масинджан. Готовится Тыртышный Литвиненко Кулаков. Вес защита. Участники весовой категории до 100 килограмм, ваше выступление будет в один поток, в 12-10. Участники же взят.
175 на штангу. Вторая судья оценка. Гусельникова Дмитрия. Версия. Четвертая. 235 на штангу, высота 6Б. Готовится на помост приглашается Тартышный Андрей. Готовится Литвиненко Кулаков. Вес готов. На помост приглашается Гусельников Дмитрий. На помост приглашается Михаил. 25 секунд. Тартышный Андрей. К сожалению. Вес готов. На помост приглашается Гусельников Юрий. 276В. Тартышный Андрей, подойдите, пожалуйста, к столу секретарей второго помоста. Тартышный Андрей. Олег. Куликов Олег. Готовится Сотников, Липунов, Привякин. Внимание! Жим лежа с допинг-контролем мужчины категория 100 кг пойдут одним потоком. Начало потока в 12:10. Все спортсмены пойдут одним потоком. К сожалению, no lift. 280 килограммов. Высота 106В. Готовится Илья Кармишин. Вес засчитан. Вес тоже же высота та же. На помощь приглашается. Вес готов. На помост приглашается Илья Кармишин. Оценки судьи. К сожалению, попытка неудачная. Вес засчитан. 190 на штангу для Свидина Андрея. Высота 70 килограмм. Готовится Липунов Денис. Вес готов. На помост приглашается Липунов Денис. Готовится Кривякин Сой. Мережков. Вес готов. На помост приглашается Свидин Андрей. Вес готов. На помост приглашается Мурат Джейтабаров.
сожалению, попытка неудачная. Вес засчитан. 155 килограмм готовится Литвиненко. На волос приглашается Артем Медведев. Приглашается Литвиненко Юрий, готовится Сотников, Кулаков, Кривякин, Липунов. К сожалению, попались. Готовится Кулаков, Кривякин, Липунов, Цой. Исмаилов, закажите следующую попытку. Вес готов. На волос приглашается Мартин Зубко. Вес подойдет к ручинам Юрия. Вес готов. На волос приглашается Валерий Быстров. Помочь. К сожалению, попытка 177,5 килограмм, готовится Литвинов, Цой, Мережков. Вес готов. На волос приглашается Никита Волобуев. Вес готов. На помост приглашается Мережков Ахмед. Готовится Шилкин Сергеян. Вес тот же, высота та же. Готовится Павел Попандополов. Вес готов. На помост приглашается Павел Попандополов. К сожалению, попытка не удалась. К сожалению, попытка 152,5. Вес готов. На волос приглашается Вадим Лойко. К сожалению, попытка. Вес тоже высота четвертая. На помост приглашается Дубровин Георгий. Вес готов. Готовится. На помост приглашается Зубдовин. Что? 237,5. Высота стойк 5. Готовится Жуков. Защита! 240 килограммов. Высота стоит 5G. Готовится Виталий Комарчук. Вес защиты. Вес тоже высота
красота та же. На помост приглашается Сотников Эдуард. К сожалению, попытка неудачная. К сожалению, попытка. 167,5 килограмм готовится Кулаков, Кремякин и Кулаков. И защита! На штангу высота 6, готовится Качан. Вес готов, на помост приглашается Кривякин. К сожалению, попытка неудачная. Вес готов, на помост приглашается Липунов Денис. Вес тот же, высота 6Б. На волос приглашается Михаил Толмачев. Приглашается Мережков Ахмед. Готовится Цой Вячеслав. В этом потоке. Вес готов. На помост приглашается Цой Вячеслав. На помост приглашается Романович Денис. Внимание спортсменов! 12:10. Мы начинаем жим лежа с допинг-контролем. Мужчины, весовая категория 100 килограмм. Этот поток пройдет без разделения. Весовая 100 килограмм жмут в одном потоке. Поток начинается в 12:10. За 10 минут до начала потока можно будет заказать высоту стоек и заказать первый вес. На волос приглашается Илья Кармишин. К сожалению, попытка неудачная. 195,5 килограмма. И установить на штангу 190 килограммов, высота 105C для Джейтоварова Мурата. К сожалению, попытка неудачная. На этом поток закончен. 5-минутный перерыв для замера стоек. Итак, вес взят. Просьба главного судьи проверить экипировку спортсмена. И есть мировой рекорд. Свидин Андрей.